не уйти в маргинальную компанию, ну, потому что враги нас вот эти все, вот эти, с предиктами, которые к нам прилепились, с глобальными элитами, кстати, антимасочники, тоже интересная новая форма попытки борьбы с нодом. Обратили внимание, Денис? Главное сегодня уязвимость национального освободительного движения — это попытка приписать нам маргинальность. То есть не нормальную, здоровую политическую линию, а какую-то такую, знаете, политическую хулиганку разного образа. Поэтому мы, конечно, не исходим из того, что надо вот бороться с этими элементами в ноде. Но мы должны четко говорить, что это нода не касается. Всякие там антимасочники, глобальные предикты, ноды не касаются. Это тараканы каких-то конкретных людей, которые к нам никак отношения не имеют. Вот это надо четко размежевываться с ними. Именно этот разговор у нас был в свое время и с сервом, где мы искали эту грань, что можно, что нельзя. Но логика именно в этом. Потому что мы политическая сила, идущая к победе. А такая политическая сила не может себе позволить быть хулиганствующей силой или пацаном, понимаете, который не думает о будущем. Поэтому это важный момент, особенно сегодняшнего дня. И вот участникам национального освободительного движения я обратил бы внимание, чтобы нам четко надо от этого отмежевываться.